Сегодня в Доме правительства наградили победителей сразу нескольких конкурсов среди СМИ. 2016 год в Чувашии был посвящен человеку труда. Этот конкурс своей работы представили журналисты республиканских и районных газет, радио и телевидения. Лучших отметили дипломами. Кроме того, своих надежных помощников назвал и Чувашстат. Ведомство подвело итоги конкурса на лучшее освещение всероссийской сельхозпереписи 2016. Сразу две награды у ГТРК «Чувашия» за телерепортажи у журналиста Екатерины Фоминой, за радиопрограммы у корреспондента Альбины Фоминой. Медали за труды в проведении всероссийской сельхозпереписи из рук руководителя ведомства получили лучшие работники и журналисты республики. Эльвира Максимова поблагодарила собравшихся за проведение переписи и полное освещение этой работы в СМИ.